Меня сейчас тошнит. Вижу. Крепко он застрял. Не дай бог, по гарантии не возьмут. Ну, блин. Говорить буду я. Хорошая мысль. Ребята, не высовывайтесь. Я разберусь. Здравствуйте, привет, офицер. Рады новой встрече. Ага. У нас выдался убойный денек. В натуре убойный. Сидели мы в домике, ага, никого не трогали. Ага. Кое-что чинили в новом домике. В новом. И вдруг, откуда ни возьмись, ребятишки принялись убивать себя по всей моей делянке. Вот этот прыгнул башкой прямо в дробилку для щепы. Там, на полянке. А вон там еще один проткнул себе желудок копьем насквозь. Прямо насквозь. Не знаю, может, у вас часто такое? Да. Но мы напуганы до усрачки. До усрачки. Вы меня, похоже, держите за дебила, способного поверить в это. Нет. О, нет. Нет, не за дебила, нет. Нет. За непредвзятого. Давайте на чистоту, потому что мне тут что-то не ясно. Чего? Говорите, вы просто работали, а этот паренек подбежал и засунул башку прямо в дробилку. Это факт. Это факт. И, по-моему, они еще пытались убить девушку, которая там, в доме. Что за девушка? Видите ли, она могла бы все объяснить, если бы я не оглушил ее лопатой своей. По случайности. Случайно. У вас в доме девушка, и по-вашему, она без сознания? Ага, она в моей спальне там. Титося. Покажите ко мне, что вы с ней сделали. Так, да, конечно, давай ему покажем. Ладно, идем, положу-ка я ногу. И все. Пошли. Давай, покажи ему. Погодите, куда он уходит? Не-не-не, не ходите туда. Сюда, шериф. Ой, блин. Что он делает? Почему он меня арестует? Так нафиг! Зрачки в порядке. Реагирует на свет. Смерть мозга не наступила. О, слава. Парни, я ж просил держаться подальше от этих мест. Но вы меня не послушались, так? А теперь на вас повесят как минимум 2 непреднамеренных убийства. Это в лучшем случае. Офицер, разве мы похожи на парочку маньяков-убийц? Ну, трудно сказать. Внешний вид бывает обманчивым. Такер, почему он вообще на ногах? Похоже, решил пройтись, чтобы оклематься. Все будет хорошо. Говоришь, шериф. Черт подери! Такер, я же говорил, надо починить эту балку! Нефиг на меня сваливать! Ты меня понял? Это ты виноват! Я работал! А ты играл с девчонкой в настольные игры! Ты работал! Да я помогал! Я просил башку починить! Если бы ты не играл с девчонкой в настольные игры, у нас хватило бы времени починить балку. Руки вверх. Он сосенился! Нет. Надо снять предохранители сбоку. Не надо! Да что ж вы себя не бережете-то? Смотри за мной!